Микола Данцев – соціальний підприємець, кондитер, найвідоміший шоколад'є Миколаєва. Доброго ранку, долучайтесь, Микола Данцев. Шоколад'є мав бути сьогодні зі своїм сином-помічником готувати нам прикрасу, але річна контрольна робота. Так, ну тут нічого не зробиш так. Кожного року, кожної зими всі здають, пишуть контрольні. Але я думаю, сьогодні там нам це не завадить. Що ми сьогодні будемо робити? Добрий ранок. Так, ну в связи з тим, що от зовсім не за порогом вже Святой Николай, Новий год, готуємося к Новому году, ми робимо ёлку і робимо новогодні ёлочні ігрушки. Супер. Значить, нам понадобится шоколад, водяна баня. Ну вот, не путайте, пожалуйста, с паровой баней, потому что паровая баня, это когда мало... До речи, дуже часто путаются. Мало воды и много пара. Вода кипит, и это не дает возможность спокойно влиять на температуру. А водяная баня, это когда мисочка касается воды, и спокойно вода горячая. То есть мы не кипятим воду для шоколада. Шоколад нельзя перегревать. Мы берем вот такой шоколад. Это называется дропсы, калеты, там шоколадные штучки, пуговки, таблетки. Смачні шоколадні пігулки. Попробуйте, пожалуйста. Я не відмовлюся. Пігулку. Добре, тобі там поруч стоять. Да. У меня на сегодня заказ на вечер. Мне нужно сделать таблетки с активированным углем. То есть черная таблетка, белая вот эта. Да, потом темпалгин надо сделать и еще там какие-то. И все с шоколадом. Будет лікуватися сьогодні шоколадом. Да. Ви шоколад'є, і от ми до вас таке запитання. У вас, напевно, нема справжньої ялинки. У вас стоїть шоколадна, і ви на неї одягаєте шоколадні ігрушки. Чи ні? Чи ні? Прямо сейчас у нас на роботі стоїть, в студії шоколада, стоїть где-то около 40 ёлок. Вот, поэтому у нас целый лес. И сегодня я собираю вот такие вот ёлочки, которые мы сейчас будем в эфире делать. Ну, наверное, где-то будет их около... Ну, наверное, еще 20 я соберу сегодня до вечера. Мені подобається, всі звикли до звичайної ялинки, так? Ось вона ось така трикутна, а ось вона у нас лежить, її форма, так? Да, вот такую ми будемо делать сейчас. Ух ти, клас. Только ми її немножко изменим і украсим. Итак, для того, чтобы сделать елку или новогоднюю игрушку, нам понадобится шоколад. Шоколад нужно разогреть до температуры 50 градусов. Так, давайте покажем, что мы делаем. У Миколи специальный прибор, который вымеряет температуру шоколада. Безконтактный термометр. Классный. Нам нужно 50 градусов, пожалуйста. Маємо, переконайтесь, если не верите. Ровно 50 градусов. У кого немає такого лазера, такого вымеривача, как? Пальчиком чи на смазку. Лучше взять обычный градусник, которым консервируют консервацию. Так. Итак, нам нужна мраморная доска или какая-то миска со льдом. Нам нужно охладить шоколад с 50 градусов до 28. Для так, чего я это помню, нужно? Помню. Да, для чего это нужно? Дело в том, что какао-масса содержит кристаллики какао, которые формируют кристаллическую решетку. И, собственно, в этом вся проблема. Поэтому на всех телепередачах, на всех там кулинарных шоу не получается полусферы, потому что нет кристаллической решетки. Как кристаллическая решетка образуется? Образуется только тогда, когда шоколад равномерно охлаждается до 28 градусов. Итак, раз. Чудеса починаются. Начинается новогоднее чудо. Раз, два, три. Ёлочка, гори. Мы вылили шоколад, да? Вот. Тримай себе в руках, Ирина. Особенно девушки и дети теряют... Якщо я зараз почну падати, то... У нас сейчас мраморная доска с температурой где-то около 14 градусов, поэтому это будет лучше, чем холодильник. Мы очень быстро, около минуты, его охлаждаем. Сейчас он течет, как водичка. Через минуту он будет вязкий, он не будет растекаться так быстро. Пузырьки воздуха не будут быстро лопаться. Вот, он станет глянцевым и блестящим за счет того, что кристаллическая решетка построится. Нашому Миколі ефіру, що глядачі можуть переконатися на власні очі, як народжуються ось такі красоти, ялинки, які ми можемо придбати потім. Да? Ось як відбувається цей процес. От зараз міряємо температуру, вона у нас вже около 40 градусів. Навіть 26,5. 30 градусів. Переохолодили, так? Немножко, ну це не... А як ж тепер знову будемо підігрівати, чи це не... Зараз, тут ще багато є факторів, які повинні з'явитися.
Это вязкость шоколада, блеск. Ой, як він пишеться. Якщо вдома захочемо зробити, це обов'язково варто брати, купувати ось такі форми? Чи можливо щось якось... Форму можна взагалі, ёлку можна взагалі робити без форми. Як? Вот. Можна просто наливати, наприклад, робити круглые такие круги вырезать, меньше и одевать на штырь шоколадный. Угу. Теперь мы шоколад убираем в миску. Так. О, це швидко, не знаю, як це взагалі. Цей процес захоплює. Я б так перемішувала дуже довго. Дивитись на цей процес. Шоколад став вязким, то есть это мы можем видеть по инструменту. Угу. Видите, он не вот, задерживается сильно. Вот. Убираем последний шоколад и перемешиваем, и можно наполнять наши формы. Так, наши формы, да. Вот у нас да. огромное количество шоколада, который уже застывает на стеночках. Да, стеночка. Швидко, да? Вот. Это отличие шоколада от не шоколада. То есть, если какао-масла нет, если заменили, ну, например, пальмовым маслом, угу. то никогда не получится структура шоколада, никогда не будет такой блеск и вкус. И вкус шоколада, вот почему, когда мы покупаем самые-самые дешевые какие-то плитки... Тобто, я хочу вас запитати, якщо наші домохозяйки та оглядачки придбають просто плитку шоколаду, це вже буде не та ялинка, яка на 100%. Да. То есть, ну, нужно обращать внимание, что покупают. Вот. Угу. То есть, ну, нужно обязательно купить, перевернуть и посмотреть. Должно быть написано, какао тертое или какао масло угу. есть. Никаких растительных жиров, ничего не должно быть. Потому что сейчас могут, наверное, положить и машинное масло. Вот. Да. Так, у нас вот такие, формы, вот так? это называется пластиковые молды или шоколадные формы. Вот. Они идут, конечно, предусмотрено делаться вот такими. То есть, односторонними. Так. Вот. Ну, я приспособился делать их 3D-форма. Іграшка вот. Має бути іграшка. Да. Вот. Ми берем шоколадна іграшка. Шоколад. Вот. Тепер ми подогріваємо шоколад до 30 градусів, для того, щоб не було ніяких комочків, нічого. Так. Можна я перевірю? Зараз, секундочку. Так, давайте. 25, це отсюди треба. Так, так. Один раз дострільнуть. 26. Зараз ще немножко. И можно Ой. Наливать. Небезпечная Ирина. Да, мне классная штука. Так, Все. Есть. Так, теперь заливаем одну сторону. Угу. Можно, конечно, две залить, но тогда будет игрушка сильно большая и толстая. И тогда мы тогда игрушка думаю, поправится. Для кого не будет проблемой. Да. И тогда она упадет с елки. Она же должна еще висеть на елке. У нас же ялинка еще будет. Страшно. Так, и это мы заливаем одну сторону. Мы ее закрыли одну сторону. Ага. Вот. Это называется... канцелярские биндеры угу. вот, или прищепки по-простому. Народную мову, да. Вот. И у нас получается вот такая штука. Теперь просто мы переворачиваем, угу. постучали вот, в каждую сторону, чтобы не было случайно дырочки, чтобы там новогодняя моль не заявилась и не съела шоколад. А может быть и такое, да? Да? Вот. Все, вот. И теперь да. оставляем на несколько минут. Так, ну це ж потім холодильник і холодильник, так, на морозилку ложим. Ага. Отличие шоколада, особенность, да, это вернее не отличие, а особенность шоколада такая, что если кристаллическая решетка правильно приготовлена, то есть если шоколад правильно темперировали, угу. 50 градусов разогрели, 28 охладили и 32 еще раз подогрели, угу. это называется темперирование шоколада, перекристаллизация, то тогда шоколад застывает без холодильника минут за 15, а с холодильника минут за 5. Угу. А так. можемо ще якусь начинку туди, чи якусь там класти? Горішок. Можна, але це нужно було, нужно зробити спочатку одну половинку, щоб застила, вторая половинка, щоб ага. застила. А, потім туди можна положити і акуратненько склеїти. Склеїти, так. Да. Так. Угу. Все, відправляємо це можливо. В холодильник. Відправили. Так, відправили в холодильник. Тепер найінтересніше починається. Ялинка. Ёлочка, ёлка, лісний аромат. Угу. Итак, вот это у нас профессиональная форма. Это здесь у нас две елки. Так. Вот, это я постарался сегодня ночью для того, чтобы прийти на эфир и показать, как же делается такая интересная елка. Это итальянская Мне форма. Це деякі думають, що до нас гості приходять, це дуже так, знаєте, прийшли, вот. Ось зробили, а тут готуються цілими ночами. Так. Так? І нам понадобится обязательно мешок кондитерский, к которому мы будем
работать. А вот у нас уже шоколад. Він уже даже застыл. Вот мы можем бачити, який він. Можете попробувати. Ой, давайте, я не проти. Мій сніданок уже. Вот. Значит, ми беремо равнозначний треугольник, якщо хто не забыл, що це таке. Вот. Делаем обычный кулечек, при котором, я не знаю, бабушка семечки продавали, да. Вот. И у нас получается, смотрите, очень хороший, удобный кондитерский мешок. Угу. Прямо заливаем в него шоколад. На це можна дивитися вічно. Як тече шоколад? Так. Тепер закриваємо. Знаєте, що я зрозуміла? Треба мати велику витримку, готуючи такі шоколадні смаколи. Хочеться і там, і там, і там спробувати. Так, отрізаємо. Вот. І нам ми зараз будемо вже збирати. І так, починаємо збирати знизу. Вот. Значить, вот у нас основання йде. Вот. Вот у нас первая идет уже пластиночка. Вот, мы ее одеваем. Классно, да? Прикольно. Так. Угу. Вот мы ее одели. Теперь нам надо капнуть сюда шоколада. Чтобы она склеилась, да? Ну да, да. Нам, нам же нужен цемент. Вот. Теперь шоколадный вторую. Цемент, да. Угу. И потихонечку. Вот. Можно даже делать, можно ровную делать, можно вот проворачивать, например. Угу. И каждый раз мы будивельный наш материал добавим, шоколадного цемента. Шоколадно. Да. Так. Шоколадного цемента. Угу. Так. На це можна дивитися і дивитися. Вже щось вимальовується, угу. Вже щось можна. А скажите, пожалуйста, вы уже елку украсили у себя в студии? Ну, мы сегодня будем этим заниматься. Профессионально вы украшали? Ну там, по фэншую или там... Вот не по фэншую. Не по фэншую. По новоденевски. А можно вам сделать подарок? Да, мы от подарков никого подарунков не отмовляем. Да, давайте я вам оставлю правильную елку в студии, вот, вы дождетесь обязательно Нового года и за праздничным столом, ну, вот, съедите эту елку, ну, чтобы она не ушла в следующий год. Домовились. Старый подарунок. Абсолютно. Да. Все, тогда договорились. Елка будет. Так. І коли ми будемо їсти, ми зробимо селфі і закинемо в інтернет. Що ми її з'їли. Так. Так. Питаю, що ти хотів. Так, а от цікаво, як ви святкуєте вдома цей Святий Миколай? Що, можливо, даруєте Миколі? Ну, ви знаєте, що він чекає? Моєму юному шоколад'є, який сьогодні залишився писати контрольну. А з чого контрольну? По-моєму, по українському літературі, так. Ні, по українському язику. Вот. Значить, он, конечно, ожидает какие-то айфоны и так далее, но да, традиционно Святой Николай приносит, конечно же, смаколыки. Вот, а уже на Новый год под елочкой Дед Мороз принесет, очевидно, какой-то такой подарок. Мы недавно утопили телефон, поэтому, очевидно, Дед Мороз... Тепер зрозуміло, чому він чекає. Да. Так. Ми от розбиралися от вчора, бо знаєте, деякі зараз кажуть, коли треба дітям розказувати, чи існує Дед Мороз. Ваш Микола вірить у Дед Мороза? Вірить. Ну, він знає, що папа працює його помічником, поэтому... Вот. И теперь нам макушечка нужна. Угу, макушечка. Так. Макушечка состоит из двух частей. Ого. Вот такая звездочка. Угу. Вот. Куди ж без зірки, правда? Да. Вот. Теперь капаем шоколадика сверху. Одеваем елочку. И у нас получается вот такая елочка. Но это не все. Давайте вы уже... Что вы стоите? Работать давайте. Я готова. Значит, я всегда готова. И пробовать, и помогать, и... Давайте работать, а то привыкли, что я работаю. Неправда, я у вас уже колись працювала. Да. Итак, я вам делаю дизайнерский, как я вижу это. Гирлянду такая. Гирлянду. Так. А ваша задача сейчас? Ну, дійсно, куди ж ялинка без украсить іграшок? Украсить новогодніми ігрушками. Це у нас цукати і горішки, так? Цукати, горіхи, так. Да. Просто ложись зверху, воно все застине, і буде красива шоколадна ялинка. Такі наші новорічні прикраси на ялинку. Я тепер знаю, яку ялинку буде робити вдома Іра. Так. Ні, я не буду її робити, я попрошу все зробити
Миколу, так? Ну, якось так, на жаль, у нас є хвилина ще ефірного часу. Так. Я пішов в холодильник за ділочними ігрушками. Давайте, давайте. А ти прикрашай. Так, от наші ігрушки вже застили. Ось, давайте покажемо, які вийшли. Ёлочка наша дизайнерськи оформлена, красива. Вот. Ну, красочно, є зелений, жовтий, оранжевий цвіт, коричневий, орехи, миндальні. Вот. І тепер у нас... Так, показуємо іграшку і передамо слово нашим колегам. І так, оскільки ми шоколад приготовили правильно, ми відкриваємо ігрушечку. І у нас виходить ось така шоколадна ігрушечка. Боже, показуємо, супер. Так, і іграшка, і ялинка, все є. Ми вже майже готові до свят. Ми готові. Так, ми готові. Все, Новий год буде. От, з Новим годом звісно, так. Слухайте, дуже класно. Дякую вам, Миколу. Нагадую, Микола Данцев, Шоколатіє був сьогодні в нашій студії. Зробили і ялинку, і іграшки. Тепер готові повністю до Нового року. Тож повторюйте і робіть також це зі своїми дітьми. Це дуже круто.